Попробуем кошмар. А мы стреляем теперь на одну клетку дальше. Так, что мы можем попробовать с пятым? Мы можем попробовать все-таки алхимию какую-нибудь воспользоваться. Да там. Скорость. Эликсира, может, хватит. Хотя мы до эликсиров не доходим. Надо что-то на повышение. КП процент. Опыт есть. Так, такого нет. Есть только если. Вот этот возьмем. Вот. Ну, попробуем пятый. Падальщик. Все равно придает.
Не. Не получилось. Так, и здесь все сбилось. Ладно. Не достать. Атакующий получает урон. Вот так вот. Шипы. Атаковал, получил. Наносит 128 дробящего урона всем противникам в радиусе двух клеток и поджигает землю на два хода. Это человек в черном. Оу. Оу, я понял, кто это.
Так. Надо сразу убирать. Теперь попроще. Пробуем, пробуем, пробуем. Так. Так и прошли. Кое-как, многих попыток, но прошли. Той. Ну, прям вряд ли.
Да. Не хватает. А если мы уберем мощь, свирепость и наделаем себе много-много выносливости. Берешь 570. Да и не убьем никого. Больше уклонение спасает. Не спасает. Не будем мы брать выносливость. Вообще. Ну, так тоже не очень хорошо. Он просто уровень попался. Не очень. Значит, надо сначала всех побить. Разбуститься. Вампир. Имеет меньше здоровья, но восстанавливает здоровье при атаке. Ну да, меньше здоровья имеет. Прям заметно. Апперкот. Так, надо что-то делать со здоровьем все-таки. Комбинировать. Попробуем менять. Где вы?
тьмы. А, или я их все туда выложил? Нет, я же их забрал. Мощь, выносливость, пробивание брони. Выносливость есть, это хорошо. И мощь есть, пробитие брони. Да, оставим. Так. Этот, по идее, не должен. Тоже можно. А, ну там название поменяется. Не точность, а не другое. Может, свирепость, точность. Вот эти надо. Мощь, выносливость, эффективность, исцеления. Ну ладно, выносливость есть, хорошо. Рубящий, колющий. Мощь, точность, выносливость. Прям хорошо идет. Мощь, свирепость. Эти уже нельзя изменить. Уже уникальная вещь. Мощь, выносливость. Ну ладно. Будем так, в принципе, сколько мы там набрали? 560, как и было. Чуть-чуть урон сбавить. Тут 70 парочку. 700. 700. 700. Пережить должно хватить. Мне никуда не отойти. Меня как это разгрызет.
10 тысяч. Шипы. Если в него стрельну, то я ее и умру. Да? Да. Как бороться со шипами? Этих. Здесь. Пойдем кучаться. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Драгоценные камни наделать. Ингибитор. Стабилизатор. Так. Здесь только дома. Здесь мультик, да? Тоже один. 4. Вроде 2. Вот здесь. Так, у нас есть мощь, точность. Мощь, мощь. Точность будем тогда менять, если они нам уже не нужны. Так, что такое? Понятно. Разделить. Не. Мощь.
корон, как и когда-то был 209, санскрита 100, корон критического 500. Санскрита 100. Как теперь проверять лучше? Ровно. Так, пойдем потестируем по урону, как стало. Похоже, сейчас пример будет. Зажрали. Ладно, там просто неудачно все получилось. Здесь получше. 300. До меня не дойдет. Так, а вот это дойдет. Туман какой-то. Так. Равно 2. А из-за него. Магии хорошо долбануло. Каждый ход. Этого убрали. Неплохо.
Можно идти умирать. Сейчас с этого и начнется, что вот это сейчас как туда-сюда. Конечно, не хватает этого коматозника. Нормально. Только хилиться, если добить. Он дойдет. А нет, не дошел. Так, ну это 17 тысяч, где я возьму столько урона?
Отлично. Прошли все-таки шестой. Таки прошли. Так, подать все. Так, ну, седьмой кошмар, конечно, можно попробовать, но здесь вообще, здесь без вариантов. Шестой еле-еле дался. Шестнадцать четыреста. Неплохо. А, на него действует? Нет, на него не действует. Сейчас добьет. Ладно.